снимаешь руки. А что мы снимаем? Ну да, чего? Блин, ты чё? Так, мы с вами находимся в Киргизии, в городе Аншаня. Хребет западный Кокшал-Тоо. Северная стена пика Космос, 5942 метра. Это было зимой. Сейчас-то вот видите, я лежу на солнышке. Холодно, пиздец. Можно что-нибудь себе ценное отморозить. Пожалуйста, еще 5 минут. Я буду собирать музей разломанного снаряжения. О, я не вижу. Смотрите, Настя переходит в калошах, в валенках, вернее, в калошах, в реку, да. Температура минус 14. Лед тает под ней, под ее ногами. Да. И еще трещинки есть. Там вот на ледопадную ходишь, трещинки. Это вы о чем? Скалу обсуждаем. Какую? До лагеря. Ты ее расскажи за К2, она же собралась летом на К2, блин. Летом на К2? Ага. Ой, возьмите меня, нет, я уже подписался эти планеты. Не, ну ты расскажи, что интересно. Ну что, мы готовы выдвигаться, вот это все наше барахло. На 3 недели. База, на которой мы жили почти 2 дня. И вот этот мега-джип, который нас сюда довез. И сейчас еще в базовый лагерь поедем. Ну что, вы готовы? Да, капитан. Я не слышу. Да, капитан. Молодцы. Очень впечатлен. Да ладно. Ну, у меня корыца чуть поменьше, как бы тоже полный привод, но как бы так, ну, не знаю. Давай, Дэн, увидимся на обратном пути. Все, да, не было ни в качестве. Саш, на связи. Да, да. Возможность есть. Да, буду писать. Потому что ты мне приедь и тестовый этот отпишись. Ага. Все, все, давай. Счастливо. Поехала наша связь с большой землей. Пиздец.
breakfast time. Дорогой дневник, сегодня у нас первый день в базовом лагере, и мы готовим вареники. Слушайте, по-моему, надо вот уже точно пора. У нас еще есть. За кофе следите. Все, 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 все. Нет, еще не все. Выкипает оттуда? Выкипает, но он же должен выкипать. Это же гейзер на кофеварке. Так а что, это самое, все мелкие уже научились готовить. Ну я-то когда это самое, не всегда там, я иногда, когда захожу там к ним, так а что, как бы... Не, еще надо, еще надо. Так ты закрыл, выключила газ. Ну, нет? Они как бы так я... Выключи, включи. Да. Ну, зачем ты его выключил? Нет, он включается очень херово, я тебе скажу. Десятой попытки. Ну, зажигалкой. Ну, да. Скуков. Умник. О! О, видишь, что... Да? Да, работает. Работает? Работает, точно? Да, работает. Да, я вижу. Но если Саша видит, какая-то самая... все можно? Оставляем, да, Саша? Хорошо. Ждем. Не спорить с руководителем. Блин, помешай. Ай! Извини, не хотела. Вот такая беда, очень просто, очень сильно дубасил по льду. Не по скале, а по льду, но очень сильно. И перестарался немножко. Вот. Вот так вот. Да, а рыли мы вот эту лунку под воду. В итоге наколотили целый баул льда. Но тяпочку вот, тяпочки вот пришла, да. Пришел Алис. Можно вот так. О, вот так вот, да. И будет микро, мини-тяпочка. Послужит, в принципе, нормально. Вот еще можно ковырять. Сегодня погода немного лучше, чем вчера. Второй день выхода. Возможно, сегодня увидим стену. Хотелось бы на это надеяться. Вот уже видно солнце. Мы встали пораньше. Вчера забросили часть снаряжения в ледяную пещеру. Сегодня еще часть несем. И вечером собираемся вернуться в лагерь. Вот. Так, и теперь на попу и елось опять. Камень. Слушай, ты что, такое нельзя. Валера грязный чистится, он у нас посадь выпачкался меня, сегодня. Давай, Валер, вообще у нас сегодня был хороший день. Супер, дорогой. Да, мы даже провели внеплановые ледовые занятия. Да. Ну, нашли пока дорогу дальше, дальше посмотрим. Да, дальше. Не дошли до туда, когда куда хотели. Много. Приходим, ну что, выкидывать надо, попробую. Нормально, ничего не изменилось, сосиски как сосиски, ничего не стало. Ну, бумажные вообще, наверное. Сосиски. Блин, из чего же они сделаны? Она месяц на жаре пролежала. Пачка, ничего. Будет, ну, он горит? Горит. Я вот уже наелся. Ну, классно. У тебя еще порция вареников с творогом. Аккуратнее, аккуратнее там. Кажется, еще малоснежнее, чем летом. Сделали мы очередную заброску, вторую. Завтра придем сюда с ночевкой. 24 января сегодня. Мы собираемся на акклиматизационный выход. Погодка хорошая. Часть барахла уже затащили. Но рюкзаки все равно полные, непонятно. Они, по-моему, лежат вот здесь, возле этой. Снаружи? Ну нет, внутри, но здесь рядом. Нет?
вы видите, все минус 20. Вот наша палаточка. Спальники лежат, отмерзают. То они промокли там внутри. Вода закипела, сейчас будем есть кашку. Кашку Быстров. Все одеты, не голые? Нет. Раздеться не желаете ли? Нет, пока что не хочет. Лавина. Где была? Там же, да? Там же, да. Где и в прошлый раз. Настя набрала что-то полный рюкзак. Hello. Hello. Вот видишь, я иду, не вижу ничего. Дальше сверху ботинок вообще. Давай передохнем. Сколько здесь у нас? 630 показывает. 4600 где-то, короче. В общем, пришли мы вот в такое место кайфовое. Да, ну 4600 зимой. Самое место позагорать. Да. Ну, купаться негде, но загорать отлично. А как раз мы натоптали, можно и палатку ставить. Кстати, да. Настя чистит зубы. Каждый день. Каждый день, да, то есть два раза в день. Вот так она. Вот так она это делает два раза в день. Ощущение чистоты. Обожаю. Это как оргазм. Это лучше, Настя. Я бы чистила зубы весь день. На солнце. Ночью холодно. А ты почистил? Я вчера почистил. А сейчас еще завтрак не закончился. Как же он закончился? Еще нет, я еще жду вареники. Валера, вот видишь, как далеко уходит чистить зубы. У меня пес был такой, Шеридан. Чао-чао. Он, все, знаешь, такие, лагерь стоит такой в цирке где-то там посреди, под этой самой, как она, под Вольной Испанией. И все так гадить ходят недалеко, там метров 20, может быть, знаешь, там. А Шерик Дан так уходит куда-то вообще, в край цирка, там погадит, прибегает. Да, так и ты с Валерой. Попробовал уже? А? Попробовал уже? Колбасу? Да. Нет еще. Врешь. Нормально? Нормально. Выглядит вроде бы тоже. Ты можешь зубы сделать? Нет, так ты не сделаешь. Ладно.
пойду поснимаю. Наши сборы. Мы как туристы набрали вот пакетиков себе. Сосисочки, мармеладочки. Так. Так, так, так. Валерка там у нас моется. Валера, как дела? Ну, слушай, как бы тебе настолько подробно рассказать. Не очень, Валер, я снимаю видеообзор наших сборов. У нас был план, мы его придерживались. Да, значит, мы замерзли и решили не идти, чтобы не потерять конечности. Частично даже. Потому что с утра, когда ты просыпаешься в палатке минус 27, мне кажется, это о чем-то говорит. Я начала терять ресницы. Они начали выпадать из-за того, что они замерзают. А и вот шутки шутками, но так холодно, что зубы болят, потому что замерзает подбородок и начинают болеть зубы. Каждое утро было очень холодно. Мы ни разу не смогли снять и собрать палатку до тех пор, пока солнце не осветило, не освещало ее полностью некоторое время. Ну, в общем-то, довольно-таки продолжительно. Да, то есть, в общем-то, можно сделать вывод, что если солнца не будет много-много дней подряд, то совершенно непонятно, как мы будем выходить из палатки и ее собирать. Да, и там тут хотя бы солнце выходит часов в 10:30, а там оно не выйдет вообще. Ну, просто настолько холодно, что у народа постоянно мерзнут, например, ноги, да? Но вот что делать, если посередине стены начнут мерзнуть ноги? Вот куда их девать? Если руки можно еще под мышки спрятать, да, и постоять. Но ноги-то куда денешь? Вот они мерзнут и все. Жалко ручки, ножки. Холодно действительно очень. Невозможно отогреться потом, когда снимаешь ботинки, одеваешь. Это очень неприятно. Хотя спалось нам очень хорошо. Довольно-таки комфортно. Мы, правда, проснулись со сталагмиты, которые сверху висят, да? Или сталактиты? Валера, ты должен знать. Сталактиты – это которые сверху или снизу? Сталактиты, по-моему, сверху. Сталагмиты? Ну, значит, мы проснулись с огромными сосулями, которые чуть ли там не касаются наших лиц. Вот, из-за того, что мы надышали. Решили не открывать проветривающиеся окошки, чтобы было тепло. Было тепло, но куча изморози образовалась на стенках палатки. Вот. А работать на стене не один день, на северной стене, где весь маршрут практически снег и лед, очень тяжело. Поэтому терзали, конечно, у меня смутные сомнения, идти наверх или нет. Но мысли разума взяли вверх. И мы валим вниз. Полной решимости. Полной решимости летом приехать и пройти эту стену. Ура! Я тебя не смогу сейчас.